спасибо, наверное, за самое важное, что есть у нас рестлеров. Это за ваш голос. Я знаю, что на прошлом шоу вы скандировали мое имя так, будто я стою здесь перед вами. Рамона! 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 Да, это было именно так. Спасибо вам большое. С возвращением! С возвращением! Запомните, запомните! Вы... Ребята, вы фанаты, это самое ценное, что есть в нашей карьере. Спасибо! Я не появлялась на ринге НФР на протяжении 2 месяцев. И на протяжении этого времени я пыталась расставить все на свои места в своей голове. И вы не поверите, я пришла к колоссальному выводу. В погоне за этим титулом, в погоне за железкой, я упустила самое важное. Я упустила то, против кого я выхожу на этот ринг. А это, на минуточку, была первая в истории абсолютная чемпионка России. Нравится вам это или нет, это факт, это правда. Моя репутация... За кулисами моя репутация в раздевалке позволила мне сегодня сражаться за титул чемпионки независимой федерации рестлинга! Но я отказалась от этой возможности. Я отказалась от этого, потому что рестлинг — это не о титулах. Рестлинг — это о истории, которую мы рассказываем на этом ринге. А теперь самая, наверное, мерзкая часть. Когда я узнала, что после моего отказа на этом шоу не будет ни одного женского матча, я была в шоке. Считаю ли я это нормальным? Считаю ли это справедливым по отношению к моему дивизиону? Нет! Однозначно нет! Какие бы у нас ни были ссоры, передряги на ринге, за кулисами, в раздевалке, я точно знаю, что каждая отдельно взятая рестлерша — это охерительный боец! Вон они сидят! Вон они! Это они! Настоящие рестлеры! Мне на это не все равно, Но я знаю человека, которому абсолютно на это наплевать, который эгоистично относится к своей карьере. И да, Элита, я говорю о тебе! Если ты думала, что наши пути с тобой разойдутся, ты глубоко ошибалась. Но теперь эта история берет новый оборот. Я вызываю Элиту на матч 1-1 на следующем крупном шоу. И я повышаю ставки. Нет, мне не нужен твой титул. Мне нужна ты и этот матч. Будет за звание лучшей рестлерши России! Ну как вам? По-моему, сильно. Элита, не побоишься ли ты выйти и осмелиться взять на себя эту ответственность? Потому что я выйду на этот ринг и буду отстаивать честь каждой девушки, которая находится в моей раздевалке! А ты выйди хотя бы за себя. На протяжении полутора года в
все обстоятельства против нашего с тобой матча, но мне на это плевать, потому что я знаю, и ты, и я сможем разорвать так зал, как это не сможет сделать никто, и ты это об этом знаешь, Элита, прекрасно знаешь! Это будет самый долгожданный матч в истории женского дивизиона. Поверьте мне, это будет самый крутой матч. Мы разорвем полностью этот зал. Но, Элита, мне нужно от тебя твое гребаное «да». Я Рамона. Я вызываю ту суку на матч. И я сделаю из этого историю.